Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Это не шутки. Димаш Кудайберген призвал казахстанцев оставаться дома. Димаш обратился к миру. Димаш Кудайберген призвал казахстанцев оставаться дома во время, пока китайская дрянь не покинет их государство. Ролик певец разместил на своей личной странице в социальных сетях. Также он добавил, что записывает это видео, находясь дома. «Я очень по вам соскучился. Пожалуйста, оставайтесь дома. Это не шутка. Это очень серьезно. Берегите себя. Я уверен, мы победим это, потому что все проходит. Я в это верю», – призвал своих поклонников Димаш. Также исполнитель с уникальным голосом пожелал всем крепкого здоровья и терпения в этой непростой для всего мира ситуации. Дни, в которые нельзя ни выйти, ни уехать куда-либо, певец проводит в кругу семьи за видеоиграми со своими младшими братьями. Добавлю также, что Димаш, наряду с другими артистами, перенес мировое турне из-за китайской дряни. Друзья, я в свою очередь тоже всех призываю без лишней нужды никуда не выходить. Сейчас настало то время, когда лучше остаться дома. Уверен, что у нас еще будет много времени, когда мы вновь сможем прогуляться по улице и вдоволь насладиться лучами солнца. На создание материала уходит долгое время, а вам, чтобы поставить лайк, секунда. Если вы хотите быть в курсе всех важных событий в социальной и политической сфере, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме. Нам интересно любое мнение.